Привет. Сегодня ночь Хэллоуина. И вот так мы нарядили. Нам некогда было с этим секлифом, со съемками. Поэтому мы паутину не нашли, ничего не приготовили. Не знаю, дети придут или нет. Вот так скромненько. Два цветочка. Значит, там горит, с телевизора сняли вот эту вот подсветку. Где у нас эти свечи, которые мы на тот Хэллоуин покупали и тыкву не вырезали, и ничего не делали. Короче, купили два мешка в Костко конфет. Ну, естественно, половину съели. Я тоже. Как будто бы я, это значит, на диете, но я тоже поела. У меня еще несколько конфет там. Вот как бы мне заснять, чтобы видно было? Не знаю я. Вот конфеты. И вот конфеты. Сейчас горят фонари, но их выключат. Их выключат. Вот я сейчас вижу, что здесь ни у кого, у соседей не наряжено. У вот этих наших соседей тоже раньше было. Здесь у нее стол стоял и всякое угощение было. И вообще она так, она сама дизайнер. И у нее было... А, нет, вон она есть. Вон. Есть. И вон конфетки там вот внизу. Ну, я подходить туда не буду. В прошлый раз вот здесь ближе было, поэтому я подумала, что она не нарядила ничего. Вот она так нарядила, она дизайнер. Пойду покажу. Детей снимать нельзя. В прошлом году я детей снимала. Меня застали все стереть родители. Там и так не видно было. И ничего там не видно. У меня есть несколько фотографий с прошлого года. И я вообще даже не думала, что я доживу в Америке и на следующий Хэллоуин. Я-то думала, что уже Хэллоуин буду у себя дома встречать с родными своими сестрами. Здесь не видно. Котик такой надутый. Коровка надутая. Год коровы же. Вот так они нарядили паутины там. Вот здесь вот тоже этот, на стену они, вот около вот этого котика, этот, как он называется, проектор и пауки. Там вот дальше хорошо нарядили так. В общем, ничего не видно, потому что темно. Фонари горят, но их выключат. Второй раз я это повторяю, чтобы не забыть. Вот тот дом, который впереди, его не очень-то видно, темно. Он в прошлом году так его хорошо нарядили. Там и флаги всякие были, и проектор стоял прям целую неделю до, и целые две недели, наверное, после. И там всякие привидения на дом проектировались. Так, дети уже выходят там, вот я слышу детский этот. Но снимать их нельзя, поэтому снимать не буду. Ну, в этом году я скажу, что не так, как в прошлом. Я-то думала, что в прошлом году у нас было весело. И будет еще веселее. В смысле, не так весело было. И в следующем году будет веселее. А в прошлом году, оказывается, очень весело было. Так, вот здесь вот, я не знаю, нарядили или нет, но я так показываю. В общем, кино будет темное сегодня. Но я хочу... Вот здесь вот у них уже давно горит. Вот этот дом, где этот красный джип, он очень славится тем, что он так он наряжается красиво. Вообще, особенно на Новый год, там такие огни. Прям как елка стоит этот дом. Я вот это сейчас буду показывать. Это только наш нейбхуд. Больше я никуда не пойду. Так вот, я сейчас буду рассказывать, что было вчера. Мы ехали с Секлифа, очень уставшие, потому что Секлиф далеко от нас находится, полтора часа езды. И... Там, значит, были ярмарки в нескольких местах. Люди все были наряжены, все покупали. Там всякие свечки, всякие там костюмчики, тыковки. Все, что атрибутику эту покупали. И там так смешно было. Там была одна монашка в короткой юбчонке на высоких каблуках. Ну, босоножки, по-моему, были. Но в костюме монашки она была. Так смешно это было. В общем, все были разряжены, кто как, кто в тигр, кто еще что-то. Я вот сейчас здесь иду, но здесь никто не нарядил. Но нам, например, было некогда. Потом узнаете, почему. Поэтому мы это
так не особо. Ну, шоколад выставили. Может, придут дети. Вот здесь вот. Здесь такая хорошая соседка живет. Она все время так любит со мной разговаривать. Она такая красивая. Ну, уже такая, может быть, ей вот за 50 уже. И она, ну, красивая, худая, стройная, живота нету. В общем, талия есть. Она так любит со мной разговаривать. Она знает, что я не могу разговаривать. Ну, знает, что я на русском разговариваю. И она очень любит общаться со мной. У них Тесла. Ну, у них, по-моему, Игрек, что ли, Тесла темная такая. В общем. Ой, ну ничего не видно, но ладно, такое сегодня кино темное. Потерпите, сколько? 5 минут. Я хочу просто посмотреть, здесь что-нибудь изменилось там вот. Здесь ничего не изменилось. Еще дети не пришли. Странно, в прошлом году они, по-моему, в 7 часов уже пошли, дети. Так я хорошо все снимала. Ну, естественно, я тогда еще не умела снимать на камеру. Я только фотографии делала. У меня остались они. Ой, очень хорошие фотографии. Ну, детей там не видно. Там дети, конечно, есть. Силуэты есть, но не видно детей там на фотографиях. Так что родители зря там испугались, что я фотографирую. Они прям целым табуном ходили. Табуном, извините. Здесь тоже ничего нету. Ну, там, конечно, вот здесь вот кто кошек подкармливает, у них самый хороший вью вообще вот здесь вот, наверное. И они кошек подкармливают, и где мой друг сидел тогда, который любит красный корм из Уолмарта. У них наряжена там тыковка туда-сюда. Ну, вот это вот наша. Наша, по-моему, самая яркая. Хоть у нас только вот стол, 2 цветка, 2 ковша с этим. Ну, не ковша, а 2 тарелки с этим, с конфетами. Ну, я, наверное, недорассказала, что мы ополовинили. 2 мешка больших купили в Коска. Ну, где-то месяц назад. Месяц назад купили, и до сегодняшнего дня дожила каждого пакета по полу этого. Ну, ничего, дети их учат много не брать. Вот здесь вот тоже хорошо. Вот этот дом, кстати, который я показывала, дом-аквариум, который всегда сдавался, не видно, но я предупреждаю. Его купили, и здесь такой порядок теперь. И порядок, что значит собственность. И красота, и порядок. Здесь очень хорошо наряжено, но не видно здесь. Вот здесь вот. Ну, конфет я не вижу. Сейчас, может, здесь нет. Нет, там не конфеты. Ну, ладно. Не буду я это... Ну, как сказать, томить не буду. В общем, наряжено 1, 2 и 3 на нашей улице. 3 дома. Ну, наш не наряжен, но наш это приготовлен. Наверное, стол надо было сюда ближе. Сейчас я сыну скажу, чтобы он поближе сюда стол переставил. Помог мне переставить, потому что, чтобы дети туда далеко не проходили. Родители боятся за детей, и они этот, за детьми ходят своими. Сейчас такое время, наверное, стало, я не знаю. Так, спасибо. Сегодня 31 октября. Ночь Хэллоуина. Кошки дома сидят запертые. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, все.